Всем большущий привет, меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. По вашим просьбам, сегодня я подготовила для вас тренировку, которая поможет убрать жир над коленями, а также сделать ваши икры красивыми и аккуратными. Обязательно пишите в комментариях, если вы хотите отдельную тренировку на икры. И перед началом не забывайте поставить лайк под это полезное видео. Граждане худеющие, между прочим, уже вот-вот начинается лето, у нас остался один месяц для того, чтобы привести себя в форму, поэтому 2 мая стартует мой марафон похудения, в котором ты найдешь все, что нужно для комфортного и эффективного похудения. Результат будет держаться долго, мы не просто сольем воду, мы действительно будем убирать лишний жир и рисовать новые красивые пропорции. В этом тебе помогут готовое меню из недорогих доступных продуктов и полезные ПП. Рецепты. Видеотренировки вместе со мной на все проблемные области от легкого к сложному. Проработаем все тело и все проблемные места. Также поддержка лично от меня, ответы на все ваши вопросы, мотивация от других участников, антицеллюлитный уход для красивых ровных ножек, что особенно важно летом, видеолекции с полезной информацией и за самые крутые результаты денежные призы. Переходи по ссылке в описании, скорее записывайся на марафон, количество мест будет строго ограничено. Ну что, готовы начать преображать свое тело? Включаю таймер. Первое упражнение у нас разминочное, это приседание с подъемом на носки. Итак, выполняем приседание с ровной спиной, поднимаемся вверх, напрягая ягодицы, и далее поднимаемся на носки. Вдох, выдох, выталкиваем себя вверх ногами. Старайтесь не дергать спиной, спина у нас зафиксирована, только встаем вверх. В этой тренировке у нас будет очень много приседаний, выпадов. Именно этими упражнениями можно проработать эту зону. По-другому никак. Если у вас есть проблемы с коленями, вам нельзя прыгать, есть облегченные варианты упражнений, но старайтесь делать полные варианты. Потому что при проблемах с коленями приседания делать можно и даже нужно. Отлично. Следующее разминочное упражнение. Бег на месте. Побежали. Стараемся поднимать колени повыше. Жжем калории. Чтобы убрать лишний жир с колен, нам с вами нужно жечь калории, соблюдать дефицит калорий. Для начала эта тренировка может показаться сложной, но она действительно очень эффективная. Кроме того, что мы с вами прорабатываем проблемную область, упражнение на ноги тратит очень много калорий. Чем больше калорий тратим, тем быстрее худеем. Отлично, переходим к следующему упражнению. Начинаем полноценную тренировку. Выпад назад и прыжок. Итак, широкий шаг назад. В этом положении напрягаем ягодицу, поднимаемся вверх, прыжок. Назад, вдох, выдох, прыжок. Чувствуем, как у нас работают мышцы опорной ноги. Если очень сложно прыгать, хотя бы просто поднимайтесь вверх. Заставляйте мышцы работать, укрепляться. Крепкие мышцы вокруг колена помогают стабилизировать сустав и предотвращают проблемы с коленями. Берите на заметку. Поворачиваемся в другую сторону. То же самое в другую сторону. Итак, выпад назад, прыжок. Выталкиваем себя ногой вверх, поднимаемся. В этой тренировке мы с вами прорабатываем не только переднюю поверхность бедра над коленом, но и икры, потому что они работают вместе. Четырехглавая мышца бедра и икроножная. Отлично! Переходим к следующему упражнению. Плие с подъемом на носочки. Отлично. Ноги пошире, носки врозь. Опускаемся в плие, поднимаемся на носочек. Вернулись. Носочек. Вернулись. В другую сторону. Отлично, молодцы. Вдох, выдох. I'm in.
Колени в стороны. Супер, молодцы! Далее у нас выпады в бок и подъемы на носки. Справа вокруг нас много широкого места. Широкий шаг в бок, опускаемся вниз, в увлеченном варианте наклон. Поднимаемся на носки, возвращаемся обратно. Вдох, носочек, выдох. Не помогаем себе спиной, отталкиваемся именно ногой. Поднимаемся на носочек, чувствуем, как у нас работают мышцы икры и четырехглавая мышца бедра. Отлично, молодцы! Давайте дальше сделаем то же самое в другую сторону. Что у нас, только одна нога будет красивая? Широкий шаг влево, носочек, вернулись. Отлично! Теперь мы подобрались к очень интересному упражнению. Статическое плие и подъемы на носочки. Ноги пошире. Носки врозь. Опускаемся вниз, плие. Удерживаем это положение. Напрягаем мышцы ягодиц. Один носочек вверх. Вернулись. Другой носочек вверх. Вернулись. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Колени пошире разводим. Если что-то сейчас не получается, ничего страшного, продолжайте тренировки. Мало у кого получается все сразу. Даже если у вас большой вес, все равно выполняйте, делайте. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Выпады назад и приседания. Итак, правой ногой широкий шаг назад, опускаемся в выпад. Спина прямая, вернулись, приседания, выдох, вдох, выдох, вдох. Распределяем вес тела и всю нагрузку только на ноги. Не помогаем себе спиной, именно ногами себя выталкиваем, чтобы вот таких вот юлений позвоночником не было. Отлично! Сделаем то же самое в другую сторону. Теперь будем делать левой ногой выпад. Выпад назад. Приседание. Четырехглавая мышца бедра, она у нас разгибает ногу. Вот сейчас работает, поэтому мы сами делаем такие упражнения, приседания и выпады. Не жалуйтесь, мы все сможем. Следующее упражнение – прыгучие приседания. Добавим немножко огоньку. Итак, опускаемся в приседания, выпрыгиваем вверх и повторяем. Прыжки – вообще супер упражнение для ног, для бедер и для икр. Это просто лучшее, что вы можете им дать. Не нужно прыгать высоко. Главное, какое усилие вы прикладываете, когда выталкиваетесь вверх. Уже чувствуете, да? Забились мышцы, это отлично. Супер, молодцы! Далее у нас 4 раза бег и 2 прыжка. Раз, два, три, четыре, бег. Раз, два, прыжка. Отлично.
Колени выше. Отлично, молодцы. Едем дальше. Приседание через прыжок в бок. Широкий шаг в бок, приседаем. Через прыжок в другую сторону. Здесь тот же самый принцип. Мы выталкиваем себя вверх. Выталкиваем ногами. На выдохе. Супер, молодцы, это здорово. Переходим к следующему упражнению. Выпады назад и махи вперед. Широкий шаг назад. Выполняем мах вперед. Можно согнутой ногой, так легче. А можно прямой, так тяжелее. Ну как, уже чувствуете жжение? Молодцы! Закончили, далее то же самое в другую сторону. Осталось немного. Широкий шаг назад, мах вперед. Немножко делаем. Отлично, молодцы! Если вам нужен отдых, поставьте видео на паузу. Возвращайтесь сразу, как восстановится дыхание. А следующее упражнение – бёрпи. Итак, прыжок вверх. Прыжок в планку, напрягаем пресс. Обратно вверх. Выталкиваем себя. Молодцы! Жжём калории. Мы с вами должны сжечь как можно больше. Хорошенько поработать, чтобы убрать лишний жир. Не только над коленом, но и на всем теле. Отлично, молодцы. Ну как вы? Ноги еще держат? Далее у нас вертикальные скручивания на одну сторону. Встаем. Итак, скручивание. Колено, носок. Колено, носок. Напрягаем пресс. Обязательно сможем. Это трудная тренировка. До конца дойдут только самые сильные. Кто вы? Конкретно ты кто? Ты силач или слабак? Кто силач, тот продолжает со мной то же самое на другую сторону. Колено, носок. Активно, активно. Последний рывок. Вау! Это действительно непросто. Вы молодцы. Далее бонус для самых сильных. Только самые сильные его сейчас делают вместе со мной. Лесенка. Раз, два, аккуратно колени. Три, четыре. Прыжок. Повторить. Сможем? Ну-ка докажите, что вы самые сильные.
знаем себе. Вы действительно мои герои. Вы заслужили самых больших аплодисментов. Отлично, мы с вами завершили один круг нашей крутой тренировки. Я уверена, что вы почувствовали хорошее такое жжение в мышцах. Это прекрасно, замечательно. Выполняйте ее через день, в течение хотя бы недели, и вы увидите первые потрясающие результаты. Можно делать дольше, тогда ваши результаты будут еще лучше. Мы с вами встречаемся на марафоне похудения и в следующей тренировке. Пока!